На курорте состоялся форум организаторов добровольческой деятельности «Территория». Он шел в течение 2 дней и объединил 60 участников почти со всего края. Абинска, Геленджика, Калининского, Крымского, Красноармейского, Северского, Славянского и Темрюкского районов. Форум проходил в современном формате – хакатон. Ребята объединились в команды, чтобы провести мозговой штурм. Их задача была предложить креативные идеи, разработать новые свежие проекты, которые будут потом полезны обществу. Команда Анапы выдвинула проект «Доброкарта». Эта карта дает право представителям волонтерского движения получить скидки в магазинах, кинотеатрах, фитнес-клубах, а также быть приглашенными на культурные мероприятия, концерты и выставки. По мнению ее идейных вдохновителей, проект не только повысит интерес молодежи к социально значимым проектам, но и вдохновит. Если проект поддержит большинство волонтеров, он будет реализован в следующем году, сообщили в Управлении по делам молодежи. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты – оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.